В городском саду Твери прошла традиционная праздничная программа «Давайте Пушкина читать». Ее подготовили специалисты библиотеки имени Герцена. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Сегодняшнее 6 июня – это уже 224-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения по сей день читают во всем мире. Тверские поклонники творчества великого русского поэта по традиции собираются в городском саду. Пушкин – это великий писатель. Русский поэт, которого знают во многих странах. Он написал еще «Сказка о мертвой царевне» и «Семи богатырях», «Сказка о попе и его работнике Балде». Эти школьники знакомы не только с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Знают наизусть стихотворения и отрывки из сказок. Некоторые делились интересными фактами из своей и его биографии. Мне мама сказала, что надо прочитать «Золотую рыбку» про Пушкина. Ну, а я такой, ну ладно, хорошо. Учил ее, учил, ну и прочитал на конкурсе. Занял 3-е место. Там надо было как-то за минуту это все прочитать. Я вообще без понятия, как это могло получиться. День рождения великого русского поэта в горсаду была организована большая праздничная программа. Для всех участников были подготовлены квесты и литературные мастер-классы.